килограмм дрожжей. Пол столовой ложки сахара. Столько же соли. Стакан теплой воды, не горячей. Теплой. Перемешиваем. Как только дрожжи растворились, добавляем немножко муки. Хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Отправляем нашу опару в тепло на час. Может, если у вас тепло в квартире, то минут на 40. Наша пара хорошо подошла. Добавляем сразу 5 столовых ложек растительного масла. У меня это оливковое. Раз, два, три, четыре, еще добавляем стакан теплой воды. И добавляем немножко муки. Порционно. У меня местечко маленькая емкость, поэтому я сейчас переберу большую. Добавляем уже полученную порцию. Муку я добавляю специальным пакетом. Вот. Матри можно купить. Я сразу взяла 5 кг, так как, в принципе, пиццу мы любим, пеку и часто. Тесто уже сейчас такое вот хорошее, мы его сможем вымешивать не ложечкой, а руками. Вот уже можно замешивать руками.
оставить его в тепло на 1 час, вымесить хорошо, и потом еще на полчаса, и тесто готово к работе. Пока тесто будет подниматься, я буду готовить начинку. Ну как готовить? Заниматься нарезкой. Грибы, перец, помидоры, колбаска, сливочек. Тесто поднялось. Распределяем его на такие вот кусочки по 300 грамм и каждый разминаем.